Значит, с чего бы я хотела начать, собственно говоря, свой рассказ, свою презентацию. Ну, все вы, наверное, знаете, может быть, кто-то сейчас не очень с этим знаком, но многие сейчас в наше время свой бизнес, вот даже сетевой бизнес, бизнес Faberlic ведут через интернет, то есть не выходя из дома. А что это такое? Каким образом? То есть вот мне бы сегодня хотелось рассказать вам особенности работы через интернет. Главная особенность такова, что люди, которые работают в интернет-проектах, они заявляют о том, что продавать в таких интернет-проектах не нужно. То есть тогда возникает вопрос, откуда же берутся деньги, да? Ответ очень простой. Мы пользуемся любимой нашей продукцией Faberlic для себя по цене производителя, получаем за это подарки, скидки и приглашаем других людей делать то же самое. Вот отсюда возникает товарооборот, за который компания платит нам деньги. То есть мы с вами приобретаем продукцию в собственном интернет-магазине, то есть меняем магазин свой обычный на Faberlic. То есть вы, ну как бы все у нас есть, знаете, у нас около 5000 наименований товаров по 4 направлениям продукции: здоровье, красота, аксессуары, одежда, аксессуары и дом. В каталоге каждый раз у нас 1500 наименований продукции, и в общем-то выбрать есть что. Смысл того, что вот как бы ведение бизнеса в интернете, вы же не пойдете, например, смотрите, каждому из нас дается свой интернет-магазин Faberlic, да? Вот представьте, вы открыли, например, такой пример, хлебный магазин. Вы же не пойдете к соседу хлеб покупать, вы же у себя будете покупать хлеб, как вы думаете? Наверное, так и будет, да? Поэтому, естественно, логично, что люди, которые строят бизнес через интернет компании Faberlic, они, наверное, будут у себя покупать в своем собственном магазине все продукты. То есть поменяют полностью все магазины на, ну, возможно, все, что возможно, они будут покупать у себя в компании, в нашей компании. Вот. Таким образом, и что еще необходимо делать? Нужно приглашать других людей, своих знакомых и потом, людей, которые, может быть, вам сейчас пока не знакомы, но станут вашими знакомыми, делать то же самое. То есть тоже приглашают их пользоваться продукцией, покупать продукцию со скидкой, получать за это подарки за все свои покупки, экономить. В общем, выгодно тратить свои деньги. Сейчас. Посмотрите, таким образом вот мы создаем товарооборот компании. И смотрите, если бы мы не создавали таким образом товарооборот компании, то компании этого товарооборота бы и не было. Поэтому компания частью своего товарооборота, частью своей прибыли делится с нами. Теперь, наверное, возникает другой вопрос, да, а где же этих людей найти? Потому что, ну, многих, узкий круг знакомых, возможно, да, вот. И, собственно говоря, может быть, уже обращались к своим знакомым, а они отказались, сказали, что мне это неинтересно, да. Но где же, собственно говоря, этих людей найти? Ну, в общем, это... Не волнуйтесь, это задача наша, вот именно задача интернет-проекта. Мы научим вас, как это делать, как искать в интернете людей. Именно в интернете мы будем их и искать, потому что, смотрите, Faberlic работает в 49 странах мира. И, то есть, получается, ваш бизнес в этом случае, он не будет ограничен каким-то городом или селом, где вы живете, а он... будет вообще ничем не ограничен. Представляете, 49 стран мира, и в любом городе мы с вами можем работать. Мы можем с вами найти там людей, которым нужна продукция, интересна в наше предложение. Мы найдем с вами людей, которые хотят зарабатывать, то есть своих единомышленников. Как это сделать? Уже существует как бы схема работы в интернете, ничего не изобретать не нужно, велосипед никакой изобретать не нужно, все уже давно известно,
схема есть работы в интернете. Собственно говоря, нужно только присоединяться к этой системе и делать ее, да, и работать. И таким образом мы с вами можем построить, вы можете построить свой бизнес в интернет с нуля. Ваш наставник, ваш директор уже стоящий, он очень заинтересован в том, чтобы, вот лично я очень заинтересована в том, чтобы мои консультанты из моей группы, да, которая вот подо мной из моей команды, чтобы они росли, становились директорами. Потому что вот, ну, система такова сетевого бизнеса, что если вы будете зарабатывать хорошо, то компания и мне будет за это платить деньги. Вот. А если вы ничего не будете зарабатывать, то я ничего не буду зарабатывать. Вот такая схема. Поэтому вот такая прямая, можно сказать, заинтересованность. И что я хотела сказать? Вот хотела просто привести пример, что, конечно же, здесь очень важна наша поддержка, такая командная работа, наша поддержка, чтобы мы друг друга поддерживали, чтобы мы друг другом делились новой информацией, мы делились вообще, ну, всем, что мы имеем в этом проекте, поддерживали друг друга. Такая взаимопомощь, чтобы у нас была и поддержка. Ну вот, например, сейчас в данный момент в моей команде 1500 консультантов. Мы делаем товарооборот около более миллиона, вот в каталог, да, то есть получается, смотрите, у нас 19 каталогов, оборот больше 20 миллионов в год моя команда делает. Ну, девчонки, я обычный человек, а такая же, как любой из вас на той стороне экрана, просто я в свое время решила, что я хочу строить бизнес Faberlic, что я хочу быть директором. И шла по этому пути. Я такой же обычный человек, как и вы. Были у меня минуты, когда я решала, что у меня ничего не получается, что черная полоса пошла, были какие-то минуты слабости там и так далее. Но это нормально, это говорит о том, что все мы люди подвержены каким-то эмоциям. Сегодня хорошо, завтра плохо, да. Ну, надо просто лечь спать, успокоиться, почитать, отдохнуть, почитать какую-то литературу, поговорить с своим наставником и двигаться дальше. Вот как-то вот я, собственно говоря, всегда этим руководствовалась, и поэтому, наверное, все и получается, да. То есть, смотрите, вот в данный момент я презентую вам проект «Рост», да, «Faberlic Пути». Мы с вами часть команды огромной структуры «Рост». Это структура Ольги Эдуардовны Зубовой, которая живет в городе Ростове-на-Дону. Она национальный директор. А мы часть этой большой, огромной структуры, которая будет проводить и различные вебинары. Мы будем с вами участвовать тоже в этих вебинарах и будем обязательно вести свои вебинары. Так вот, в структуре «Рост» более 200 директоров. Это люди, которые получают свои доходы легально, белая зарплата у этих людей, они получают свои деньги на расчетный счет. Они не получают свою зарплату там на какие-нибудь электронные кошельки или там в конвертиках, да, нет. То есть у нас идет, вот у меня лично тоже идет пенсионный трудовой стаж, я индивидуальный предприниматель, я исправно плачу налоги. Вот, именно поэтому, собственно говоря, компания ввела кэшбэк, для того, чтобы не нарушать российское законодательство. И в принципе, ну, я не знаю, вот есть ли у вас информация, сколько, например, получает директор в компании Faberlic. Ну, скажу. И если кому-то будет интересно, выложу скриншоты, например, своей зарплаты. Если девчонки решат поделиться своей, сколько они зарабатывают, они могут выложить скриншоты своей зарплаты. Ну, директор у нас зарабатывает от 40 тысяч рублей за 3 недели. Ну, это как бы, ну, минимум, что ли, скажем. Кто-то 50 зарабатывает, кто-то 60. Ну, вот тут был у нас двухнедельный каталог, я, например, заработала 45 тысяч за 2 недели. То есть в месяц, в принципе, 90 тысяч заработок. Ну, за минусом налогов, естественно, да. Кому-то, может быть, это хорошая цифра, для кого-то мало, для кого-то слишком много кажется. Ну, все, в принципе, в наших руках. Так.
Так, я вернулась. Да, девочки, спасибо, что подождали. Вы знаете, включилось внизу окошко. Не могу закрыть, не пойму. Куча ж у меня всегда, как обычно, открыта всего, да? Вот, то есть доход, ну, я считаю, достойным для того, чтобы каждую копейку не считать. Я, собственно говоря, вот, наверное, стоит рассказывать каждый раз о себе, потому что я много лет уже назад начинала этот бизнес, зарабатывала, начиналась моя зарплата с 5000 рублей, ну, когда я была директором, тогда маркетинг немного другой был. И вот из года в год у меня зарплата росла, 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 вот так вот, так сказать, вверх, вверх и вверх. Вместе, вот как бы за инфляцией успевала, у нас в стране инфляция постоянно, да, и зарплата, в общем-то, директоров, лидеров росла постоянно. Ну вот. И что самое главное, девчонки, для меня очень важно, что доход Faberlic, он, как это называется, пассивный и постоянно растущий. Да? Что такое пассивный доход? Это доход такой, когда, допустим, вы пригласили, создали свои команды, да, и вы как бы каждый каталог получаете за это деньги. Вот, и пассивный он еще, это как вот, знаете, еще я бы сравнила этот доход вот с авторским гонораром. Вот вы, допустим, написали песню когда-то, да, и вы постоянно потом за это получаете деньги, как авторский гонорар, да. И ваши дети потом будут точно так же получать этот авторский гонорар. Вот точно так же и в этом бизнесе. Если вы пригласили много лет назад человека в компанию Faberlic пользоваться продукцией, и он ею пользуется, у меня очень много людей в команде, которые много-много лет пользуются Faberlic, и им нравится, они в принципе ни на что другое, ну, нет смысла менять, потому что качество знают, доверяют, и постоянно Faberlic радуется новыми-новыми товарами, продуктами, и, собственно говоря, ну чего туда-сюда метаться, как бы людей устраивает, и они так и продолжают пользоваться продукцией. Кто-то занимается бизнесом, это вообще очень стабильные люди, которые в Faberlic стабильно работают и зарабатывают. Вот. Собственно говоря, вот очень важно, да, вот я здесь Лусине Аганесян присутствует, вот она именно пришла, например, потому что можно передать этот бизнес по наследству. То есть, ну, для многих, я думаю, людей это важно. Вот кому-то, может быть, не удастся передать по наследству, потому что дети не будут заинтересованы, такое может быть. Ну, я думаю, дети не заинтересованы, когда там мама зарабатывает там 1050, да, а когда мама 1300 зарабатывает в каталог, там 500 тысяч за каталог зарабатывает, ну, тогда уже, наверное, точно захотят взять. Ну, а может быть, мы доживем до такого времени, когда мы можем свой бизнес продавать. Тоже вполне возможно. Вот, то есть я приглашаю вас в наш интернет-проект.